Две единички в серийном номере у банкноты 10 тысяч тенге, которые лежат на байковой поверхности 21 ноября. Причем эти единички, хоть и не слитно расположены, но они образуют в самом центре серийного номера зеркальную цифру с нулем 101. Единичка – это цифра созидания. И энергетика сознания, созидания, вернее, у этой банкноты усиливается в 1,8 раза за счет того, что единички эти участвуют в зеркальной цифре. Ноль – это цифра начала. И смысл вот этой банкноты есть, да? Созидание начала. Или начало созидания. Да. И так хорошо звучит.